Здравствуйте, уважаемые зрители. И не только уважаемые, но и все остальные. Наш новый цикл «Предсказамус прогнозис» целиком и полностью будет опираться на достижения знаменитого армхарского шамана, известнейшего предсказамуса по имени Прогнозис. Так как уважаемый прогнозис выдает предсказания и прогнозы один или два раза в неделю, ни в коем случае не чаще, то такой и будет периодичность наших передач. Начнем с последнего предсказания нашего уважаемого и обожаемого. И вот что он сообщил. Первое, что касается метеоритов, прилетавших над Землей. Часть из них несла, оказывается, на себе споры новой жизни. Но нам не повезло, и этот метеорит продолжает нести эти споры дальше. Так что, увы, новых животных нам пока не видать. Как жаль, ни динозавров, ни оксюморонов. Второе. Благодаря тому же факту, что метеориты пролетели мимо, проиграли многие любители делать ставки, что радует. И третье, самое главное. Прогнозис предсказывает скорое переселение душ с летящей планеты Наберудау на планету Венера и последующую экспансию этих новодуш к нам, на нашу Землю. И это приятное для Земли событие состоится к концу 2025 года. Так что у доживших и схлопотавших новодушам по духу и телу внезапно разовьются коснословие, душещипание, троеглазие и прочие такие же полезные физические и духовные качества. Особенно при вселении новодуш достанется тем, кто подготовит свое тело и душу к приему гостя. Они получат такие дополнительные бонусы, как перманентный сперматоксикоз и словесный понос второй силы тяжести. А также, и это самый главный бонус, они получают возможность угадывать цифры прошедших лотерейных розыгрышей. А мы на этом с вами прощаемся. На сегодня предсказания закончились. Ждем новую порцию на следующей неделе. Всего вам доброго и крепкого здоровья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, приходите почаще. Всем пока!